Я внимательно изучил сводку за последнюю неделю. Никаких отклонений нет. Но этот... Как его назвали? Эрби, доктор Дженнинг. Эрби. Он читает мысли. Невероятно. Это 34-й робот модели RB. Все остальные соответствовали норме. Я ручаюсь, что сборка проведена без ошибок. Ручаетесь? Тогда вас нужно повысить в должности, если вы готовы отвечать за 75 тысяч операций, необходимых для производства одного робота. Не слишком ли много вы на себя берете, Эш? Давайте не будем обвинять друг друга. У нас появился робот, который читает мысли. И надо просто выяснить, почему это случилось. Могу я высказать одно соображение? Слушаем. Я думаю, будет чертовски сложно разобраться в этой истории и докопаться до ошибки. А пока важно держать в тайне существование RB-34. За себя мы можем ручаться, а рядовые сотрудники института наверняка, узнав о существовании такого робота, начнут у него выпытывать сокровенные мысли своих коллег. Представляете, какая появится пища для зависти, сплетен, интриг и взаимного недоверия? Кое-кто может на этом хорошо заработать. Значит, об этом знаем только мы четверо. Отлично. Мы должны заняться делом немедля. Вам, Эш, предстоит проверить линию сборки. Все от начала до конца. В помощники возьмите сотрудников вашего отдела. Всех до единого. Разумеется, они не должны знать, зачем это делается. Вам, Кэлвин, как нашему робопсихологу, предстоит пообщаться с самим роботом. Узнайте обо всем, что касается его телепатических способностей, каков их диапазон, как они влияют на его рабочие качества. Кстати, я слышал, что вы развели вокруг него целую оранжерею. Не слишком ли вы заботитесь о его уюте? Господин директор, только я одна могу решать, какие условия нужны Эрби. И все же, Кэлвин, экология не наш профиль. А мы с Богертом займемся математической обработкой полученных результатов. Право, господин директор, вы могли бы не отвлекаться. Я бы справился и один, как-никак я в этом немного разбираюсь. Итак, за дело. Здравствуй, Эрби. Эрби, я принесла тебе кое-какие материалы о гиператомных двигателях. Хочешь их посмотреть? Садись. Это займет не больше получаса. Эти книги такие же, как и остальные. В них так мало интересного для меня. Меня интересует ваша беллетристика. Переплетение и взаимодействие человеческих побуждений и чувств. Я только-только начал в них разбираться. Любовь, ненависть, зависть. Ни один гиператомный двигатель не может сравниться по мощи с этими проявлениями человеческого духа, а ваши романы мне помогают. Я боюсь, что когда ты начитаешься наших современных романов, наши настоящие мысли и чувства покажутся тебе бесцветными. Не говорите так. То есть я хотел сказать, что подумать такое о вас не могу. Да. Я знаю. Доктор Кэлвин, вы об этом постоянно думаете. Как же я могу об этом не знать? Ты говорил об этом кому-нибудь? Меня никто не спрашивал. Ты, вероятно, считаешь, что с моей стороны это глупо? Ведь меня нельзя назвать привлекательной. Вы имеете в виду чисто внешнюю привлекательность, а об этом я не могу судить. Да и молодой тоже. Мне уже 38, а ему 35. Выглядит еще моложе, а я на все 45. Вы ошибаетесь. Послушайте. Зачем? Что ты об этом знаешь? Ты машина. Я для тебя всего лишь интересная букашка со своеобразными мыслями, которые ты читаешь, как страницы открытой книги. Превосходный пример разбитых надежд. Правда? Почти как в прочитанных тобой романах. Прошу вас, выслушайте. Если бы вы захотели, я мог бы вам помочь. Здесь ничем не поможешь. Я знаю, что он думает о вас. Что думает о вас Милтон Эш. Он любит вас. Правда, любит. От меня это нельзя утаить. Но это невозможно. Не может быть. Он смотрит вглубь. Он ценит ваш интеллект. Милтон Эш не из тех, кто женится на прическе или хорошеньких глазках. Но ведь он никогда не давал мне повода даже предположить. А вы дали ему такую возможность? Как я могла? Я и думать не смела. Полгода назад к нему на завод приезжала девушка. Она была красива. Он целый день пыжился перед ней, пытаясь объяснить, как делают у роботов, кто она. Это его двоюродная сестра. Уверяю вас, между ними нет никаких романтических отношений. Как странно. Именно это я пыталась себе временами внушить, хотя серьезно никогда так не думала. Значит, это правда? Спасибо, Эрби. Никому не говори об этом. Пусть это будет наш секрет. Слушайте, я сижу над этим уже целую неделю. И забыл, когда спал по-настоящему. Вы как будто говорили, что все дело в позитронной бомбардировке в вакуумной камере D. Да, я уверен, что напал на след. Ну так в чем же дело? Дело? Да. В Дженнинге. Он со мной не согласен. Старик отстал от жизни. Вот в чем дело. Слишком привык к руководящему креслу. А почему бы нам не спросить у робота? У робота? Ну да. Старуха Кэлвин говорит, что он маг математики, но этот дурень не любит математику, а предпочитает душещипательный роман. А вы бы только видели, какую дрянь таскает ему Сьюзи. Говорят, она каждый день меняет ему носовые платки. Зачем роботу носовой платок? Ну надо же и о ком-нибудь заботиться. Да. Кстати, боги, вы ничего странного за ней не замечали в последнее время? Она стала красить губы. Вы это имеете в виду? Губы красит, глаза подводит и еще пудрится. Ну и видок у нее. Может, она влюбилась? Вы с ума сошли. Ладно, идите к своему роботу, а я останусь здесь. Хорошо. Но вряд ли он мне скажет что-нибудь путное. Ошибки нет. Я знал это. Хорошо бы ты попытался объяснить это доктору Дженнингу. Да, вот еще что. Не пытайтесь сформулировать вашу мысль. Как только вы успокоитесь, я узнаю, что вы хотели спросить. Видишь ли, Дженнингу скоро 70, и он уже почти 30 лет директор исследовательского отдела. Скажи, ты, наверное, знаешь, а не подумывает ли он об отставке? Ну, мало ли, здоровье пошатнулось или какая-нибудь. Да, конечно. Что, конечно? Он уже подал отставку. Повтори. Повтори, что ты сказал. Он уже подал в отставку, но она еще не вступила в силу. Он сначала хочет решить загадку со мной, а потом передаст обязанности директора своему преемнику. Кто его преемник? Кто? Будущий директор вы. В этом нет сомнения. Я ждал этого. Спасибо, Эрби. О чем вы задумались, Милтон? Я уже должен был быть в отпуске. У меня были такие планы, а теперь из-за истории с этим роботом все откладывается. Что же вы замышляли, если не секрет? По правде говоря, я женюсь. Вот в чем все дело. Что с вами? Нет, ничего. А кто же избранница вашего сердца? Вы помните ту девушку, которая была здесь в прошлом году? Так вот это она и есть. Я очень рада за вас. Вот решение. Так. 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 Мистер Богерт. Но Кэлвин пришла к другим выводам. Чепуха. Кэлвин ничего не смыслит в математике. Может, вы хотите сказать, что я тоже ничего не смыслю в математике? Однако мое мнение совпадает с выводами Кэлвин. Но ни вы, ни мы не установили истинную причину возникновения RB-34. Придется обратиться за помощью к Высшему математическому совету. Вы этого не сделаете. Как я этого не сделаю? Как вы смеете мне указывать? Я решил проблему. И вам ее у меня не отнять. Я же насквозь вас вижу, вы высохшие ископаемые. Да вы скорее подавитесь, чем признаетесь, что я, а не вы. Что я, а не вы, решил проблему телепатии роботов. Вы идиот, Богерт. Еще слово, я уволю вас за нарушение субординации. Но этого вы, положим, уже не сделаете. Робот, да-да, робот, читающий мысли, сказал мне о вашей отставке. Что? Что вы сказали? И будущий директор. Я. Вы уволены. Вы уволены, я освобождаю вас от всех ваших обязанностей. Но, не горячитесь. Ваша карта бита, все козыри у меня. Эх вы, мыльный вы пузырь. Вы блефуете, Богерт. Но я раскрою ваши карты. Пойдемте к Эрби. Он не мог вам сказать такой чепухи. Ну что ж, пойдемте. Пойдемте. Не переживайте, Кэлвин. Я знаю, зачем вы пришли. Он любит вас, уверяю вас, но не здесь, не сейчас. Этот мир иллюзия. Это ведь неправда, да? Скажи, неправда. Я хотел помочь. Помочь? 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 Как? Как? Помочь? Господи, я поняла. Я поняла. Это же так очевидно. Эрби. Я слушаю вас, доктор Дженнинг. Ты говорил обо мне с доктором Богертом? Нет, сэр. В чем дело? А ну-ка повтори, что ты сказал мне вчера. Я сказал, что... Ты сказал, что директор подал в отставку? Отвечай. Вы хотите заставить его солгать? Отойдите отсюда. Я добьюсь от него правды. Я подал в отставку. Выходит, не я одна попалась. Не вижу оснований для смеха. Трое крупнейших робототехников попадают в одну и ту же элементарную ловушку. Что все это значит, доктор Кэлвин? Вы, конечно, знаете первый закон робототехники. Разумеется. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Прекрасно сформулировано. Какой вред? Любой. Вот именно любой. А как насчет разочарований? А? О крушении надежд. Теперь дошло до вас. Этот робот читает мысли. Он знает, чем можно травмировать каждого из нас. И если вы зададите ему вопрос... Вы услышите именно то, что хотели услышать. Боже мой, какой же я дурак. Он все знает. И даже то, что с ним случилось при сборке. Ну, здесь вы, положим, ошибаетесь. Я разговаривал с ним. Ну и что? Вы просто не хотели, чтобы он подсказал вам решение. Это бы уронило вас в собственных глазах. Ты знаешь, в какой момент сборки была допущена ошибка? Да. Постойте. Его слова не обязательно правда. Вы просто хотите это услышать. Ну, Эрби, отвечай, где, когда была допущена ошибка? Почему ты не отвечаешь, Эрби? Я не могу. И вы знаете, что я не могу. Доктор Дженнинг и доктор Богерт не хотят. Не глупи, Эрби. Мы хотим, чтобы ты сказал. Я машина, а вы не можете оказаться слабее меня, не почувствовав унижения. Я не могу подсказать вам решение. Хорошо, скажешь доктору Кэлвин. Мы уйдем. Все равно не могу. Вы ведь будете знать, что решение исходило от меня. Ты не можешь сказать, потому что их это огорчит. Да. А ты не должен огорчать. Но если ты не скажешь, это тоже их огорчит. Так что ты должен сказать. Но если ты скажешь, ты огорчишь. А ты не должен огорчать. Так что ты не можешь сказать. Но если ты не скажешь, ты причинишь вред. Ты это понимаешь? Да. Он мертв. Я поставила перед ним неразрешимую дилемму. И он не выдержал. Можете сдать его в лом. Он больше никогда ничего не скажет. Я надеюсь, вы сделали это намеренно. Он это заслужил. Что ж, вы уволены, Питер.